здесь. Краш, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. Пиздатый трек. Особенно куплеты. Вообще разъебало. И сильно. И даже не верится нахуй, что они расстались. Почему-то мне кажется, что они после этого трека сойдутся. Такое бывает просто в отношениях. Ну, я никак бы не знаю, но я уже такую хуйню как будто, то есть, ощущаю, то есть, что все будет хорошо, блядь. А так трек вообще разъебан. Не, мне реально кажется, что они сойдутся. Не знаю, я не верю, что такие пары расходятся. Ну, можно проверить потом мою интуицию, блядь. У них столько всего было, блядь. Он, понимаешь, вот... Это то же самое, что я сейчас, вот я Катю брошу, да? Ну, я там могу одной присунуть в попочку, могу другой там, ну, в кисточку, бля, в попочку, там, в ротик. Но, понимаешь, вот этого тепла домашнего очага не будет уже. То есть очень важно, человек, когда ты с ним столько времени проводишь, он становится частью тебя, блядь, в этом весь и прикол. И какие-то туда уже, знаешь, пробежки вот эти, блядь, утолить свой животный инстинкт уже, ну, это уже хуйня, блядь. Не, я, ну, и как бы, я просто не знаю, конечно, какие у них конкретика была, но если мы просто сейчас вот так разойдемся, просто по приколу с Катей, то, ну, я все равно без нее не смогу быть.